Считаем день факультета химических технологий открытым, и первые слова хотелось бы произнести насчет нашего уважаемого жюри. Поприветствуем Дмитрий Николаевич Деревянных, проректор по учебной работе СПТУ. Сигитова Ольга Николаевна, директор студенческого городка. Веревкин Николай Иванович, заведующий музыкальной студией СПТУ. Манюхин Александр Александрович, заместитель председателя профсоюзной организации студентов СПБДУ. Аксенов Артем Андреевич, руководитель танцевального коллектива «Прощай, молодость». Ну и пару первых слов хотелось бы предоставить декану факультета химических технологий Кругляковой Людмиле Алексеевне. Дорогие коллеги, студенты, сотрудники факультета химических технологий, уважаемые члены жюри, гости. Мы рады приветствовать всех в этом зале и надеемся, что наш праздник вы проведете вместе с нами весело. Вы, наверное, знаете, что май вообще особый месяц для всех химиков, потому что ежегодно в последнее воскресенье мая отмечается наш профессиональный праздник – День химика. И, конечно, это не случайно, потому что в наши дни без химических продуктов, без химических технологий невозможно ни одна отрасль промышленности, ни наша обыденная жизнь. Мы, химики, народ любознательный и ответственный, потому что те химические эксперименты, с помощью которых мы познаем мир, далеко не так безобидны. Поэтому они требуют от нас глубоких знаний, внимательности, соблюдения техники безопасности и, конечно, творческого подхода. Вы знаете, что учиться на нашем факультете трудно. И поэтому вдвойне приятно сегодня сказать, что по итогам зимней сессии наш факультет по университету занял второе место. Поздравить всех с праздником, пожелать вам счастья, здоровья, весеннего настроения и новых успехов в учебе и работе. И мы сегодня хотим вам показать, что мы умеем не только хорошо работать, но и творчески отдыхать. Встречайте наших артистов! Спасибо большое! Ой, вы гуньи, добрые молодцы, а послушайте-ка мое сказание. Откуда есть пошел факультет химический, так кто на нем впервые княжите? Давным-давным-давно это было, когда на просторах нынешнего вуза еще шумел камыш, а по просторам сибирским кружили духи. Говорят, что это были духи первых студентов. И были они злобны, парили они над землей, и пугали они людей. И мстили за сгубленные жизнюшки преподавателям коварным. Но лишь один их не боялся, ибо был он алхимиком. Бедный Юрий, можно в следующий раз знать, как воду кислоту лить? Ну, девчата, развеселите меня. Отсюда, надо тебя обратно в птицу превратить. Уходи. Приходил народ к нашему алхимику, просил у него помощи, чтобы, извиняюсь,
Чтобы научил он добывать огонь. Шумыган великий бард-певец. Ну так выпало мне честь быть в роли великого барда. Хочу сказать по этому поводу два слова. Первое слово. В этом году мне выпала опять же великая честь быть председателем приемной комиссии на нашем факультете. Так что, дорогие друзья, приглашайте всех своих родственников, друзей, знакомых. И приходите к нам учиться, мы возьмем всех. Второе слово. Хотел бы поздравить со сцены замечательного человека с днем рождения. Он замечательный спортсмен. Был когда-то во время моей учебы, когда учился я, он был 10 лет деканом нашего факультета. А сейчас это заведующий кафедрой технологии парогов, твердых ракетных топлив и нефтепродуктов Овчинников Анатолий Николаевич. Поприветствуйте, пожалуйста. Ну и непосредственно я приготовил песню, которая будет как хорошо учиться на нашем факультете. Вникал в мои слова и превращал их в воду, и я познал, как получают вещества. Знаете, назад меня сожгли за это. Всё потому, что химия, она все знают, как и
чем залить и смыть. Ведь без тебя нам не прожить ни дня, ни вправо, ни налево. Нельзя пройти, не сдав ее, а ту технику безопасности. Не работает.
изобретения людям давать. Ты ладно, да? Все, послушай. Правду ли говорят, что девочки-то у тебя на факультете повзрывать любят? Повсмешивать? Ведьмочками кличут их. А то ты сам глянь, девчата! Что мало не покажется. Да я не про это.
А еще мы требуем... А сейчас мой друг бы хотел обратиться к парням вуза с официальным заявлением. Вот так был открыт первый платный набор в вузе нашем. Это лиходейская идея лютая, он сдаимцев поганых подслушанная. А мудрец-то с тех пор стал первым деканом. Деканом факультета химических технологий. Прадеды Мазурку. А мы познакомим вас с современной хореографией.
Снятся студентам после нескольких часов, проведенных в лаборатории. А теперь танцуем, стоп!